Городские службы ремонтируют дороги около красноярских школ. Ко многим учебным заведениям сейчас даже подойти непросто. Или провалился асфальт, или нет тротуаров. Когда исправят недочеты, знает Владимир Жаринов. Участок около 144-й школы в Солнечном всегда был проблемным. Это головная боль для местных жителей. Дорогу постоянно перекапывают. В прошлом году делали ливневки, да и Краском бесконечно ремонтируют здесь свои сети. Разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части, отсутствуют тротуары, отсутствует разрушение бортового камня, пешеходный переход организован недолжным образом. Интерес дорожных полицейских легко объяснить. Беспорядок здесь стал нормой. Даже на пешеходных переходах водители не считают нужным притормаживать. Сегодня этот проезд, который находится перед школой, находится в ремонте. Заказчик администрации Советского района. К работам приступают с завтрашнего дня. Здесь нанесем разведку, установим недостающую знаковую информацию. Рассчитываем 1 сентября подготовить в том числе и 144-ю школу. Похожие проблемы и с другими учебными заведениями. У 18-й школы в Северном ухабистую дорогу исправили, а вот разметку нарисовать не успели. Ограждений тоже нет. До 1 сентября осталось всего полторы недели, а тут у городских властей и новая забота появилась. В этом году изменились ГОСТы. Теперь на многих переходах придется ставить особые светофоры. По новому ГОСТу около этой школы тоже должен появиться светофор. Всего с одной секцией, моргающей желтый. Деньги собираются выделить в следующем году. Владимир Жаринов, Всеволод Никитин, Вести, Красноярск.